Сегодня промежуточный этап. Собираюсь попробовать запустить гироагрегат от Авиагоризонта ГД-1. А со схемой сейчас есть небольшие расхождения, поэтому надо пробовать. Вот. То есть вот они указатели Авиагоризонта, их пару штук. Вот. Но гироагрегат там. Сейчас указатели, пока мы еще не созрели, пробовать. Гироагрегат попробуем. Это преобразователь ПТ-200С. Так, вот фазы-то я в прошлый раз не пометил. Сейчас придется их опять как-то обнаруживать. Где какая? Думаешь, не критично? Вообще, не знаю. Там на схеме было вообще-то конкретно первая, вторая и третья обозначены. Схемка, рабочие материалы, электромонтажное изделие. Какое? МКС. Да, МКС. Нет, про МКС я не знал ничего. Номер изделия совпадает. Так вот это 3 фазы. Да, это 3 фазы. А это 27. А полярный 27. Сейчас посмотрим, подожди. У меня нет такой дурной привычки записывать все. Вот, и вот там, короче, в разъеме я не нашел перемычек всяких. Вот этой вот перемычки тут не было. Потом вот эти вот 4,9, 3,8, 2,7, их там только вот 2 и все, 3 и все там. И пытаются они просто в воздухе висят. Ну хрен его знает, да, может быть. Сейчас посмотрим, если не, есть схема, не пойдет. Ну, датчик, она не, ну, не с собой есть вообще. Четвертая, это какая фаза? Вторая. Так, вторая. Г4 ты имеешь в виду, да? Да, да, да. Вторая фаза. Вот, вот, 4. Г4, правильно, да. Вторая фаза, да? Г4. Вот, Г4, вторая фаза. Угу. Ну, все, тогда правильно. Третья это какая? Первая, что ли? Г3, третья. Третья? Третья. Там масса у нас везде подключена. Как она вообще тут разводится? Ну, у меня никак. У меня здесь масса не общая. Здесь плюс и минус есть. То есть, я так понимаю, нам все-таки надо сделать общую массу. Почему? Объединение будет все работать. Я никогда ни в чем не уверен, но думаю, заработает. О, вот, кстати говоря, вот эту массу можно куда-нибудь и... А? Нет? Я думаю, что вот лучше, наверное. Ну, по-моему, честно говоря, модуль не сумали. Возможно. Нет, ты не открутил? Не, нормально, нормально. Ну, хватит, в общем, тут пихнуть, хватит. Держишь? Да. Первое включение. Так. Вот это напряжение нечем померить? Ну, в чем выдают сейчас? Есть. Они же, кстати, не выдают не 24. Сейчас... Ну, давай, давай померим, давай, я согласен. Вот сейчас будет выдавать какие-нибудь 32. Да ладно. Да, вот сейчас посмотрим. 20. 21. Да. Что-то вообще... Что у вас 21? 21 вольт, трешка. А вот так? 20. Тоже, да, да, тоже 20. Запускайте, от чего есть. Давай, с промером посмотрим, может она изменится как-то. А ты точно не переменку меряешь? А? Ты что включил? Ты стоянку? Стоянку? Стоянку, да. Ну что, погнали? Там смотрю. Что это? Ну щелкнуло. Форма. Смотри, у тебя 21. Угорел? Я ничего не чувствую. Подожди, выключай, пусть она поработает. Денис. Ну тихо, вот, бери и слушай. Иди слушай. Куку прислоняй же. Да. Называется березовый стетоскоп. Работает. Ну что, подключай мы даже. А нет, я еще пока не досмотрел. Ну, видимо, пока работает вещь. То есть соединили правильно, можно дальше соединять на датчике, на указатель, в смысле на указатели Авиагоризонта. Ну, подключать пока нельзя, потому что мне его еще вон тут торчат концы, докоммутировать надо.
Вот. И потом вот сейчас вот я документирую, и все, тогда будем, да, вместе с горизонтами пробовать с датчиком.